Здравствуйте, друзья. Вот у нас Мария и Семен. Уже сколько вы в Америке-то? Там было 8 вечера, а сейчас 2 часа дня. То есть, значит, 14 часов, да, там 4, 18 часов в Америке. Ну, вы как получше себя чувствуете уже? Да, прекрасно. Очень хорошо, да, мы поспали, наконец. Так, как вам этот домик? Вы поняли, что такой Эйклер, да? Вот конструкция такая нетривиальная. Как, хозяин у вас очень симпатичный вроде такой. Да, он потом расхаживал босой с луком, показывал, где бассейн. Там, оказывается, в бассейне. Такой бодрый, да, дядечка. Придвигайтесь вместе, а то так. Есть у нас соседушка, вот мы с ней, правда, близко не познакомились. Но она такая невысокая азиатка, она там что-то бегает. Вроде она до сих пор была дома, когда мы уходили. Понял. Так что вы успели в первые полсутки своей американской жизни? Задумались. Что мы успели? Мы успели узнать, где купить сим-карту, поговорить с человеком в чате. Поняли, что это где-то не близко. Да прямо вот напротив тут есть. Не, мы хотели тинговскую найти. Они Не знаю, что это. Тинга? А это какой-то виртуальный оператор. Вот как раз мне его человек советовал, который у вас учился. У нас Тимобил все берут. А, ну это вроде дешевле. И там какая-то оплата по факту, но можно установить лимиты. Вот, плюс есть там линк, который делает подешевле это дело. Вот, сходили мы, куда мы первым делом отправились? А, мы отправились покушать. Где вы питались? Какое-то кафе нашли. Баджис. Не очень далеко. Да. Нормально? Да. Огромные такие порции блинчики. Порции большие очень. Мы думали, панкейки они будут как небольшие, Маша делает панкейки. Да, да, у Маши стандартные, они такие, но много. Огромные. Они как очень хороший большой блин. И ну да, да. Панкейк, да. Вот. Для нас непривычно было, я думал. Либо еще там каким-нибудь сиропом там кленовым. Да, да, все принесли. Да, да. И омлетик. Окей. Вот, про кофе. О, про кофе у нас был этот вопрос, кстати. Вот они ходят и подливают кофе. Это как дополнительная порция считается? Или ты покупаешь, вот платишь за чашку и тебе это рефил, так называемый. Нет, насколько я знаю, за это не берут дополнительно. Интересно. Но это не тот кофе, который, ну, да, который денег стоит. То есть этот он такой там из бочки наливают. Как вот в банке. Мы только что были там вот такой. Знаете, был такой старый советский анекдот. 60-х годов, когда спрашивают, вот чем объяснить, что вот коньяк там 3 звездочки армянский получил там золотую медаль, а 5 звездочек там только серебряная. И ну, вот эти заводы говорят, а мы сами не знаем, наливали из одной бочки. Говорит, как так получается, говорю. Вот, поэтому вот это вот кофе из одной бочки. Так что, ну, а какие-то первые впечатления, я не знаю, вот я могу сказать, что люди говорят некоторые, вот они говорят, ой, вы знаете, там вот идешь по улице, пахнет цветами или чем-то таким пахнет. Да. Есть, да? Да. Сейчас все цветет, и магнолия цветет, и прям здорово. То есть есть запахи, вы чувствуете, да? Да? Я уже перестал чувствовать давно. Я вот чувствую, но я больше обращаю, я больше по зрению как-то человек, да. Ну, который из этих, кто там, я и потрогать люблю какое-нибудь дерево, и просто так, или там какую-то поверхность, и посмотреть. То есть мне очень нравится, что все-таки почище, поаккуратнее здесь. Может, чистота не то, что там фантиков нет, но просто поаккуратнее все. Вот здесь очень здорово строят и очень все продумано. Приятно, когда немного нет машин, которые стоят на два места, например. Ну, да, но здесь вот еще порядок. Что? Тут еще травка стриженная. И стриженная травка создает какое-то вот ощущение присмотренности. Знаете, когда просто травка, то ну травка. Ну, почти сорняк. А вот когда она подстрижена, то вот культура. Культурно. Пошло. Ну хорошо, кофе выпили, там покушали, ну. Сходили, попробовали получить машину, но я позабыл, что нужна карточка. Разумеется, у нас карточка. Да, у нас карточки никакой нету. Так. А на той карточке, которая есть, там нету денег. Соответственно, мы с человеком поговорили и решили, ну, сначала сходить в банк, потом просто снова. Либо у нас, потому что была непредоплаченная машина. Сходили в банк. Да, вот поэтому мы сначала отправились в банк, чтобы карточку получить, ну или даже... Получили? Нет. За этим мы к вам пришли, да. Понял. В банке сказали, вторым документом должен быть какой-то документ, в котором есть адрес США. Адрес США будет наш, хорошо, ладно, с адресом разберемся. Ну, хорошо, я просто хотел вас показать, что вот люди, которые сошли с самолета после там суток в дороге, это не те же самые люди, что... Уже отоспались, правда?
Да. А вы читали там комментарии, пишут, говорят, что-то они такие какие-то квёлые там. Ой, а вы уже выложили? Да? Как? Я тут же, это же не может. Мы приехали сразу спать, пожалуйста. Ну да, это не может ждать, она вывесила. Знаете, как и... А дальше уже пусть висит своей жизнью. Ну что, хорошо, давайте мы тогда вас поприветствуем. Зафиксируем, так сказать, первую ночь и первые полсутки дня. Вот, и займемся делами. Вы же по делу зашли, правильно? Да. Все, друзья, мы переключаемся на наши дела, а вы тогда всем помашите ручкой. Вот, стой. Друзья, новая традиция. Вы будете первыми. Значит, вы машете ручками, причем вот вы машете левой рукой, чтобы из кадра не выпустить. А вы, значит, машем правой. Значит, вы машете ручками, а в это время те, кто нас смотрит, ставят лайк. Поехали. Ура!